Эпидемический порог по гриппу превышен уже в 14 российских регионах. Много болеет в крупных городах – Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде. Всего таких 6 десятков. В Петербурге вирус ежедневно поражает около 12 тысяч человек. Большинство из них – дети. Медики предупреждают, в этом году форма вируса тяжелая. Грипп все чаще протекает с осложнениями. Продолжают поступать сообщения о летальных случаях. Так, во Владимире мужчина, умерший от пневмонии, был заражен вирусом H1N1. Поликлиники и больницы переходят на усиленный режим работы, на карантин закрывают школы. Внеплановые каникулы в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Якутске, Смоленске. С понедельника еще и в Тамбове. В Москве, по словам врачей, на данный момент ситуация стабильна. Порог заболеваемости превышен только среди школьников.